Команда Кристиана Буки играет в 5 игроков обороны и в 3 центральных защитника. Поэтому Клод Адьяпонг, 98-й номер, Лука Мацетели, 6-й, 4-й Франческо Маньянелли, 12-й Стефано Сенси. Квадрадо. Ювентус в атаке. Колумбийца дает передачу. Удар поворотом. И сразу же вступает в игру вратарь Консильи. Свой стандарт. Квадрадо играет направо. Здорово. Великолепен в этой ситуации Дибала. Подача правой ногой. Он выполнял навес. Удар поворотом. И также в октябре. Вот видите, так. Октябрь получается удачный для Сосуоло. В противостоянии с Ювентусом была ничья 1-1. Это было в 2014 году. Вот сейчас подача, удар поворотом. Великолепен вратарь. Просто великолепен. Временем футболисты Сосуоло в атаке. Так что не до Лецхерта. Будет удар, конечно же. И вот он. Футболисты Сосуоло отвечают. Хорошая передача Джорджо Кьеллини. И Манджукич делает пас вдоль штрафной. Тут удар и гол. Вот такой он, Пауло Дибала. Его волшебная левая нога и щетка, которую похвалил. Не успел. Футболисты Ювентуса в атаке. Новая подача. Выбивается мяч в штрафной фланг. И стать в том числе и центральным нападающим, как сейчас. Вот здесь он раскачивает соперников. И сразу же пас на фланг. Останавливать атаку. И пошел вперед. Пошел. Квадрадо. Удар вдоль ворот. И еще один заброс. Здесь Манджукич, который попытаться повторить. Подача. В какой момент удары Буфон. Но там было положение вне игры. Я поэтому, честно говоря, не стал. Футболисты Сосуоло до этого провели очень неплохую атаку. Правда, было положение вне игры. А здесь что? Удар поворотом. И Буфон не дает мячу уйти за линию. Тут же перехватил мяч. Дибала внешне отдает вперед. Квадрадо на всех парах. Несется в штрафную площадь. Удар поворотом. Очень высоко. А это Сосуоло в атаке. Удар. Буфон накрывает мяч. Два шага сделал Буфон. Три футболиста Ювентуса в атаке. Дибала не стал долго владеть мячом. И вторым касанием освободился в пользу Квадрадо, который входит в штрафную площадь. Делает паузу. Передача. Игуаин разворачивается. Разобравшись с соперником, рискованно, но здорово в итоге получилось. Снова передача вдоль линии штрафной. Удар пыром и гол! Ух ты! Мяч, как ткнул его Рональдини в матче против Соло в атаке. Перевод мяча налево. Очень неплохо. Адьяпонг подбрасывает мяч. И удар поворотом. Удар! И гол! 2-1! Понг подключился к атаке. Не было положения вне игры. Это едва заметное касание, потом еще одно. И от удачи тем временем справляется Лецхерт и Гуаин. И дальше удар центрального. И Гуаин. Дибала. Пауло получил по ногам. В том числе и с этой точки. Но мне кажется, будет бить Дибала. И он бьет. И это гол. Ох ты! 3-1. Из-за внезапной смены кадров было совершенно невозможно. Матюиди, удар! Указал Дункан. Александр, еще один угловой. Ачерби готовит удар. Удар поворотом.